Аварии происходят на дорогах из-за того, что там водитель один может отвлекаться, а другой не заметить. Ну, потому что водители могут не смотреть на дорогу, в ямки попадать, на знаки не обращать внимания, на светофор. Они там разговаривают по телефону, не обращают внимания на знаки. За дорогах сейчас лед, лужи. А сейчас стали, асфальт плохой стал, и освещения стало мало, потому что они не попадают в аварии. На дорогах нужно все время смотреть, и если ты садишься за руль, нельзя пить, иначе ты можешь заснуть за рулем.